Мне было бы, мне бы понравилось, да, если бы, опять же, у человека была возможность выбора, работать или не работать, да. Например, я вижу, что в медиа, в радио, например, да, многие редакции, многие радиостанции уходят на несколько недель, может быть, даже на целый месяц в августе. Причем никакого праздника при этом нет, но тем не менее они организовали свой бизнес так, что они могут себе это позволить. Читатели с этим согласны, потому что читатели тоже уезжают в августе в отпуск. Вот, на мой взгляд, цивилизованный и комфортный способ решения той проблемы, о которой вы говорите. Соответственно, если люди хотят провести неделю или две в отпуске, да, в это время, вокруг Нового года, да, то они бы, мне бы хотелось, чтобы они имели право делать этот выбор самостоятельно, а не на уровне Госдумы, там еще каких-то запретов, разрешений и все такое.